Один из спасателей сегодня провалился под лед. Все произошло днем в республиканской столице. Помогите! Это не несчастный случай, а тактическая тренировка на дрене по улице Крылова. Место выбрано не случайно. Рядом находится большой гаражный массив, а также несколько школ. К тому же буквально в сотне метров от проведения тренировки стояла рыбацкая палатка. Спасатели оперативно вытащили утопающего из воды, но в реальной жизни все может закончиться трагически. Хотя водоемы покрылись коркой льда, выходить на них крайне опасно, предупреждают в МЧС. Город Абакан окружен дренажными каналами, то здесь не исключены вопросы, когда и детишки выходят на лед, и тогда, когда приходится реагировать исключительно на то, что человек провалился, и ему необходимо оказать таковую помощь. Кстати, ждать прочного льда осталось недолго. Синоптики прогнозируют аномальные морозы. В Хакасию идет антициклон, который несет ультраарктический холод. Уже сегодня ночью местами по республике похолодает до минус 30. В Абакане столбик термометра опустится до 20 градусов мороза. В последующие дни морозы усилятся и простоят до воскресенья.